Когда благословенная земля жестокой засухой была поражена, чтобы спасти людей от голода и смерти, отважная служительница Богу надела гунгуру, чтобы воздать хвалу. Не прерывая танец ни на мгновенье, молила Шиву о спасении и дождь послать. 7 дней и 7 ночей творился танец, пока, лишившись сил, она не умерла. Но лишь стопы перестали в танце земли касаться, низверглись небеса. О силе духа и неутомимой вере глаголит люд спустя века. Мы посвящаем танец Богу Шиве и той, чье сердце замерло, танцуя навсегда. ಮನಸ್ಸು ಕನಕದ ರಾಗಲೇಶ ಮೈನಾ
భోగి భూష భువనాళిని నిలుపవ అభయముద్రలోనా.